Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X5. Итак, спереди поврежден немного капот и крыло. Капот делать, крыло менять. Двери уже хозяин заменил, он нашел их по цвету. Надо их только подкорректировать. Ну и ремонт заднего крыла. Хозяин решил его не менять. Разбираю. Машина разобрана, и ремонт я начну с заднего крыла. Крыло равнять буду при помощи споттера. Thank you.
Установил заднюю дверь и фонарь, чтобы определить, где находится одно из ребер.
Итак, с крылом я закончил, убил почти 2 дня на его ремонт. Устанавливаю двери для проверки всех кантиков, ребер. Они оказались все на месте. Приступаю к ремонту переда. Здесь немного, здесь только нужно вытянуть дверные завесы. Установил дверь, крыло, и теперь мне осталось немного подровнять капот. Капот алюминиевый, нагреваю феном и осторожно выравниваю, чтобы он не треснул. Капотом закончил, устанавливаю фары и бампер. Работа с железом закончена, зазоры все в норме, разбираю и отдаю машину на покраску. Итак, машина приехала с покраски, собираю ее. Ну что, ремонт этого BMW я закончил. Эта работа заняла 8 дней. 4 дня работа с металлом, 4 дня покраска. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!